Приветствую вас, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня, видите, я хочу рассказать про косметику Avon, которую я заказывала в 10-м каталоге. Ну, это была 10-я компания Avon. Она уже закончилась, на этой неделе уже началась 11-я компания. Я сейчас заказываю уже не так часто. Бывает, что даже не заказываю не так, как я когда-то заказывала как представитель. Я заказываю у других, у своего куратора или еще у кого-то. Очень редко уже сама заказываю. Но я вам хотела показать, что я заказала сейчас в 10-м каталоге, потому что я вам уже что-то давно не показывала. Я покупала, но что очень давно я не показывала вам, что я сейчас заказывала. Ну вот, я вам сейчас покажу. Ну, я думаю, многие знают эту шампуньку, которую я очень часто заказываю. Она подходит для всей семьи. Не знаю, очень хорошая. Здесь большая бутылочка, 700 мл. Здесь идет шампунь с кондиционером, видите, два в одном. Витамины, с витаминами, с разными фруктами. Плюс идет B3, B5, Е-витамин. Ну, видите, полный комплекс витаминов. Вот такая большая бутылка. Я очень часто заказываю вот такие большие бутылки. Они надолго их хватает, они экономные. Ну и по цене они бывают, что очень хорошая цена на эту шампунь. Потом я взяла вот такую маленькую. Я, ну, я вот такую шампунь я никогда не брала. Здесь только 250 мл. Здесь у нас Avon Naturals против перхоти шампунь мятое чайное дерево. Не знаю, я никогда такую говорю, не брала, не пробовала. Не знаю, взяла первый раз. Ну, захотелось попробовать. Видите, ну, видите, маленькая. Смотрите, здесь 700 мл, здесь 250. Надо почти таких 3 маленьких, чтобы была большая. Ну и по цене, если брать 3 маленьких, то выйдет дороже, чем брать одну такую большую. Так что, если кто-то покупает, то я вам советую купить вот такую на 700 мл. Потом я купила, видите, такие 2 шампуньки, 2 геля. Ну и дальше вам покажу. Я вот купила такую тоже гель. Ну, такой я еще тоже никогда не покупала. Здесь, видите, 500 мл. Так, средиземноморские приключения, поцелуй солнца с ароматом розового фрукта и абрикос, увлажняющий гель для душа. Ну, как раз, вы знаете, я очень люблю персики и абрикос, это мои два наилюбимых фрукта, которые я люблю больше всего, это персик и абрикос, и фрукт тоже очень полезно кушать. Так что, вы знаете, я ее не открывала, не знаю. Запах приятный, очень классный. Да, и фрукт, и абрикос. Очень, очень классный. Вот он еще увлажняющий. И с ароматом розового фрукта и абрикос. Не знаю, как он будет, но, в принципе, с этой серии гели все неплохие. Оно, а еще, кто любит и фрукт, и абрикос, то сочетание очень классное. Запах обалденный, не знаю, мне очень понравилось. Потом я заказала еще вот такой гель. Здесь, видите, 400 мл, на 100 мл меньше, чем там, и кокосовый. Я его когда-то уже заказывала, в принципе, довольно такой неплохой. Ну, конечно, здесь запах не такой. Видите, здесь у нас кокос, ну, вы знаете, как пахнет кокос. В принципе, запах то такой на любителя, но по консистенции он, в принципе, для тела тоже, ну, неплохо. Ну, я уже пробовала. Там так, ну, в принципе, может быть, я говорю, что он очень хороший. Если выбирать между этим, то вот эти, конечно, эта серия лучше. Потом я заказала вот такие спрейчики. Ну, такой мне, ну, один спрей. Ну, их есть, конечно, много видов, но я сказала Пурбланка. Для мамы ей нравится Инкаденс и Пурбланка. И, в принципе, очень такая удобная бутылка, она легкая. Ее даже можно и с собой поставить, сумку такую. Ну, конечно, там есть и маленькие, можно взять и другие, там, знаете, есть такие пальчиковые, с шариками и с дозатором. Ну, а вот это, видите, такой очень экономный вариант, здесь 100 мл, но она бутылка, видите, не такая, как, ну, знаете, что все-таки стекло есть стекло, оно более тяжелое, и брать с собой, а вот эта пластмасса очень неплохая. Ну, я думаю, про бланку все знают, потому что это очень такой, тоже ходовой такой товар, я бы сказала. Ну, ходовые духи. Извиняюсь. И что я еще заказала? Вот такой тоже шарик. Ведь я говорила, что мама любит Инкаденс. И шарик я взяла Инкаденс.
тоже. Эпиденс — это очень тоже популярные духи. Они уже давно, так как и Пур Бланка, но Инкадес, конечно, еще больше его выпускает, чем Пур Бланка, ну, дольше уже даже, я бы сказала. Ну, тоже такой довольно неплохие. Ну, конечно, у каждого есть свой вкус, это все, конечно, все на любителя. Ну, что кому нравится. Ну, в принципе, друзья, я думаю, что многие из этого вы уже знаете. В принципе, два товара, которые я не покупала. Это гель, вот эту шампуньку я не покупала. А вот это остальное мы уже пробовали, покупали, я уже знаю. Кому-то интересно, я попробую вот эти шампуни и гель. И я под видео напишу, как он, хороший или нехороший. Но запах там, конечно, обалденный. Брать, если по запаху, то этот, ну не знаю, кто любит, еще говорю, абрикосы, это сочетание просто. Райское наслаждение. Все, друзья, вот такой у меня сегодня был такой Avon. Я вам хотела показать, что я заказывала. Не знаю, если вам интересно, то ставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите, кто-то еще заказывает Avon, любит Avon, кто-то есть представитель. Ну, напишите, мне будет интересно почитать ваши комментарии. Ну, извините, может, такое видео немножко сегодня затянулось, хотела по-быстрому, но что-то немножко длинное. Ну, я думаю, что вам понравилось. Кто покупает Avon, то, я думаю, не изменяет. Я уже очень давно покупаю Avon. В принципе, перешла на Avon, и ну, 90% я покупаю в Avon. И на гели, шампуни, там, духи, ну, уже все остальное там других холодильников. Все, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и смотрите мои следующие видео. У меня много других интересных видео. Разные посылочки из Китая, которые я заказываю, других магазинов, где я покупаю разные товары, где я выиграю в конкурсе, открываю, показываю, что я выиграла, ну и много другого. Так что надеюсь, вам что-то из этих видео понравилось. Все, друзья, до новых встреч.